Таллинский транспорт. Транспорт. Уведомление. Изменения в маршрутах общественного транспорта Таллина 23 февраля 2023 года. В связи с празднованием 105-летия Эстонской Республики на Площади Свободы и генеральной репетицией Парада сил обороны 23 февраля 2023 года в 18 часов 30 минут до конца дня маршруты автобусов номер будут изменены 3, 9, 11, 16, 17, 17А, 21, 21 байт, 23, 24, 40, 41, 41 байт, 42, 46, 48 и троллейбусные линии номер 1 и 3 из 21 часа до конец дня на автобусных маршрутах номер 5, 14, 18, 18А, 20, 20А, 36 и 73. Во время объезда будут сделаны все остановки на маршруте, если не указано иное в описании маршрута, включая временные остановки. Временные остановки расположены по следующим адресам. В сторону центра города по улице Суура Америка перед домом номер 37, автобусы номер 3,16. 17, 17А, 21, 21 байт, 23, 24, 40, 42, черный круг на выезде из центра по Пирнусскому шоссе между улицами Суура Америка и Вяки Америка, автобусные маршруты номер 5, 18, 18А, 20, 20А, 36. Бесплатное расписание устанавливается с 18 часов 30 минут до конца рабочего дня для автобусных маршрутов номер 3, 9, 11, 16, 17, 17А, 21, 21 байт, 23, 24, 40, 41, 41 байт, 42, 46 и 48. Троллейбусные маршруты номер 1 и 3, трамвайные маршруты номер 3 и 4 из 21 часа, автобусные маршруты номер 3, 5, 14, 18, 18А, 20, 20А, 36 и 73 и трамвайные маршруты номер 1 и 2. В связи с важными изменениями в дорожном движении и изменением маршрута общественного транспорта в центре города, мы просим вас выделить значительно больше времени, чтобы добраться до пункта назначения в указанное выше время. Приносим извинения за неудобства.